По факту отравления воспитанников интерната в Якутии возбуждено уголовное дело. Напомним, накануне в инфекционное отделение Махсагаловской участковой больницы с признаками отравления госпитализировали 21 воспитанника Актемского научно-образовательного центра. Установлено, что пострадавшие употребляли во время позднего ужина в пищу, предоставленной администрацией образовательного учреждения, бисквитные фруктовые рулеты домашней в фабричной упаковке и соки добрые в упаковке тетрапак. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Следственное Управление Следственного комитета по Якутии возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Дети поступили в инфекционную больницу, находятся в средней степени тяжести. Управлением Роспотребнадзора начато немедленно санитарно-эпидемиологическое расследование. На сегодняшний день бригады медицинских работников при активном медицинском осмотре было выявлено еще 4 случая в том же интернате для учащихся. Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, взяты смывы с окружающей среды. Деятельность пищеблока временно приостановлена, проводится дезинфекционное мероприятие. Персонал пищеблока проходит медицинское обследование. Санэпидрасследование продолжается. Противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.